Добрый вечер. Сейчас у нас 4:30. Я еще и на улице-то сегодня не была. Сейчас хочу пойти на улицу прогуляться. День какой-то сегодня хмурый. Ничем не примечательный. Как пролетела, сама не заметила. Все дома, дома. Какие-то мелкие дела. Пойду выйду, наверное. Тем более в аптеку надо сходить. Да и просто по улице пройтись. Я одна. Дома тишина, покой, никого нету. Пойдемте со мной на улицу. Сейчас оденусь. Свитер оденем. На улице, наверное, тепло. И особо утепляться не будем. Так, что ли? Шапку сейчас одену. Так, что? Берем бумажку, а то я не помню, какое лекарство купить. Сейчас секунду оденемся и пойдем. Все, я уже на улице. Тепло на улице. А я целый день дома просидела. И не заметила, как и день прошел. Рябина над головой. Что-то птицы ее не едят. Лужа, лужа кругом. Я кроссовки одела. Не знаю, замерзнут ноги или нет. Здесь вот у нас асфальт из брусчатки сделан. Здесь сухо. Но я недолго буду ходить. Надеюсь, что я не замерзну. Смотрите, время 5:00. И какая темнота. Летом бы в это время еще вовсю бы солнышко сияло. А сейчас темно-темно. По-моему, день будет убывать до 22 декабря. Потом 5 дней будет на месте равностояние, солнцестояние. А потом по секундочке, по минуточке будет уже день увеличиваться. К февралю там уже будет заметно светлее. А к первому... Ой, а к марту, по-моему, там на час даже прибавится. Главное пережить вот это темное время суток. Так, направо, налево или прямо? Я пойду направо. Вот по этому бульвару. Вот как елка сверкает. Вечером смотрится красиво. Дети тут гуляют вокруг. Я присела на скамейку, чтобы специально показать вам елку. Еще где-нибудь будет сверкать, то я другую покажу для сравнения. Ой, в центре не была, не знаю, может быть, и там уже елки нарядили. Красиво, да? Вот смотрите, здесь елка у магазина и рядом станция метро Митина. Ну, совершенно бледная елка. Мало огней. Вроде и красивые, и шарики есть, и бантики, а огней не хватает. Еле заметно елочку. Ладно, пойду на ту сторону улицы. Еще раз смотрите. Нифига ее не видно. Ни огней не видно. Поближе еще вот подойду. Ну, совершенно маленькие огоньки. Видите? Совсем-совсем маленькие. Ну куда такие? Елка большая, а огоньки маленькие. Здесь надо более крупные огни. Тогда ее будет заметно. Зашла в аптеку. Здесь тоже елка, видите, маленькая. Ну вот, для сравнения посмотрим.
Как здесь елка сверкает. Здесь ярко. Здесь больше огней. Мерцаний меньше, но огней больше. Красиво получается, да? Да, сверкает. Сейчас на ту сторону, наверное, перейду. И по бульвару пройдусь. Зашла в магазин. Блины купила. Не хочу сама печь. Уже готовые блины. Сколько там? 200 грамм нам вполне хватит. Сколько? 8 блинов, по-моему. Так, переходим дорогу. Видите, как витрины тут оформлены. Шарики, гирлянды и лапник. Елочки там поставили, украсили. Но еще эту территорию не открыли. Скоро будет Новый год, и ближе к Новому году, к Рождеству, эту красоту откроют. Пока еще все благоустраивают. А я иду по дорожке. Справа она освещена фонариками, чтоб не заблудиться. Это кажется темно, а на самом деле на улице светло. Очень светло на улице. Снега нет, идти сухо. Хорошо. Смотрите, луна на небе. День сегодня был пасмурный, хмурый. А к вечеру, видать, прояснилось. И луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные смотрела. А это мой город. Фокусировался, да. Здесь площадка. До сих пор еще малыши гуляют. Катаются на качелях, на горке. Пойду зайду в фикс прайс. Редко хожу. Знаете почему? Смотрите, какие ступеньки здесь. Только фильмы снимать. Пенсионерам очень тяжело подниматься. Загляну сюда. Сдам вещи, вещи. Думаете, народ не ходит сюда? Ходит. Что-то выбирает. Здесь к Новому году. Это что такое? Хлопушка какая-то. Бабочки. Здесь косметика. А это что такое? С маслом конопли. Крем для рук. Не пробовала, не знаю. А это какая-то растирка. Что это такое? Нет простуды. Целитель для пяток. Здесь вообще народу много. Вот как. Спускаемся почти вертикально. Тяжело. Пенсионеры почти не поднимаются. Они ходят в другой фикс-прайс, где ступеньки не такие крутые. Все, идем сюда. Ну вот, вы со мной прогулялись. Или я с вами. Сколько мы были на улице? 1,5 часа. Время пролетело незаметно. То в один магазин, то в другой. Народ дома не сидит, тоже по магазинам бегает. А сейчас я иду уже домой.